Еще один случай смертельного селфи. На этот раз в США, в Хьюстоне, штат Техас, 19-летний Делеон Смит застрелил себя, пытаясь сфотографироваться с пистолетом. Он случайно нашел его вместе с братом. Чтобы сделать эффектный кадр, он приложил оружие к голове, и тут прогремел выстрел. Молодой человек случайно нажал на курок. Полиция выясняет сейчас все подробности, на всякий случай не исключает версию самоубийства, но родственники утверждают, что никаких суицидальных мыслей у Смита, молодого отца двух дочерей, не было. Погоня за необычными автопортретами часто становится причиной несчастных случаев. Так, к примеру, селфи с молнией на крышах поездов или на железнодорожных путях для многих стали последними.